Продовжуючи тему продюсерства в Україні, зараз всі обговорюють заяву Ані Лорак про те, що Костянтин Меладзе змушував її зайнятися особистими стосунками з ним, аби продовжувати успішну кар'єру. Пройшло кілька днів, і Ольга Полякова заявила про те ж саме з тим же Меладзе. Давайте послухаємо, що Оля Полякова каже. Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак. Думаю, что она говорит правду. Только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека. Тема харассмента в нашем обществе не считает чем-то порицаемым. Это такая себе норма. Ну, предложил мужчину, женщине интим за какие-то продвижения. Ну, молодец. Я бы хотела попросить звезд не говорить о том, что это неправда, а позволить этой правде звучать. Ну, тут, собственно говоря, ситуация какая? Это же не было изнасилования, это не было насильно. Я не сомневаюсь, что Аня Лорак честная артистка, я отношусь ей с большим уважением. Но если есть предложение, предложение, то ты вправе отказаться и идти другой дорогой. Это их личные взаимоотношения между Каролиной, Аней Лорак и Константина Меладзе. И только им двоим решать... Безумовно, я у вас да. как у продюсера, чей власти его цель для шоу-бизнеса сейчас? Дело в том, что для любого бизнеса. Как приходит, знаете, как секретарши приходят устраиваться на работу в какие-то офисы. То есть это весь мир на этом построен. Поэтому говорить, что это притаманно только шоу-бизнесу я бы не стал. В любом бизнесе есть грязь, в любом бизнесе есть преступления. А Таисия Повалий, своего часа не поступали пропозиции? Вы знаете, были предложения, я не хочу называть этих людей, они уже в прошлом, но, во-первых, Таисия мне об этом говорила сразу. И плюс, учитывая, что прелесть вся та, что я, в том, что я всегда рядом с тая. Понимаете? И потом Таисия человек с фантастической энергетикой и с сумасшедшим чувством собственного достоинства. Это видно в стате, это видно в манере говорить, в глазах, извините, все видно. И поэтому просто так подойти, похлопать по плечу не получится. Можно руку потерять. И мужчины это чувствуют. У взаимодии человека-продюсера и спевачки дружины бывают очень разные моменты. Если покупаться и честно рассказать, То виходить, що продюсер все ж таки більше думає про гроші, і йому не завжди цікаво, що думає про це артист. Нам зізнавалась навіть співачка Ірина Федишину, якої її чоловік є її продюсером, що вона тільки народила дитину, а чоловік її з дитиною відправив на гастролі на три місяці за кордон. А, в початку кар'єри я пару разів спитався, коли у Таї була 40 температура. и мы жили на съемной квартире, и была возможность выступления, заработать приличные деньги, я чуть ли не на коленях стоял. Я говорю, я тебе умоляю, ну чуть-чуть, потихонечку, мы тебе микрофон вытащим, мы сделаем фонограмму тише. Все, ты будешь, ты будешь стоять на месте, ты не будешь двигаться, не будешь... Она говорит, Игорь, у меня 40, я еле лежу. Какой еле стоять? Я лежу еле. И я понял, что все. На самом деле, если оба человека будут думать только о творчестве надо все-таки, чтобы кто-то думал и о коммерции. Другое дело, что все должно быть в разумных пределах. Конечно, если человек больной, хотя у нас было такое, что Таисия на сцене несколько раз падала и резала колено. У нее платье в камнях. И был высокий каблук. Она вышла, у нее каблук поломался, и она упала на это колено и порезала камнями, которые сверху на платье, порезала ноги. И тогда руководитель нашего коллектива, Дима Коляденко подскочил и поднял ее, а Таисия продолжала петь. А по, на, по ноге под платьем, потому что платье длинное, текла кровь. И было во время одного тура а, тоже ситуация, когда она упала и подвихнула ногу. И нога болит, она расплакалась. Так она, знаете, как плакала. Она плакала вот так, чтобы макияж не испортил. От боли. Потому что если плакала так, то оно потекло, и макияж испортила. Ее потом промокнула, вышла на сцену и пела, когда чертополох, а нога болит, и она присела на монитор и от боли плачет. Там да я, там тебе нема. И плачет, а зал думает. Вот а, актриса. Вот дает, а? Что плачет, так завела, а она от боли плакала, потому что у нее нога безумно болела.